По этой ориентировке участковым были задержаны двое 25-летних местных жителей. У них и было обнаружено похищенное. Это две бутылки вина, банка кофе и колбаса. В кабинете следователя подозреваемые пояснили, что накануне приобрели автомобиль и решили отметить это событие. Способ, правда, выбрали сомнительный. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».